Белорусская инициатива о международном диалоге особо актуальна на фоне разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил сегодня президент на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств. Александр Лукашенко отметил, что начало миссии дипломатов, которые сегодня собрались во Дворце независимости, совпало с важным политическим событием в стране – предстоящими парламентскими выборами. И для послов это возможность убедиться в том, что белорусская электоральная кампания пройдет в соответствии с мировыми стандартами. Что же касается взаимоотношений между государствами в целом, президент отметил, обеспечение безопасности в современных условиях требует новых подходов. Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Мы готовы к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала. Наши инициативы по сохранению мира и стабильности в регионе известны всем. Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов в рамках безопасности. Мы будем и далее призывать не только великие державы, но и небольшие государства к принятию действенных мер по укреплению доверия и экономической стабильности. Верительные грамоты Александра Лукашенко сегодня вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского Союза.